Из городка Манарола мы отправляемся в Рио-Маджоре, последний, пятый город Чинквитери. Идеальный вариант на многие годы был пройтись пешком между двумя этими городами. Была потрясающая дорога, дорога любви. Она есть и сейчас, но почему-то ее закрыли. Причин названо много, но пока ее не открыли. Что-то там то ли разрушилось, то ли рухнуло, то ли упало. В общем, туда не пускают, к сожалению. Потому что дорога очень красивая. Она идет как такой балкон над морем. Очень несложная, практически без подъемов и спусков. Эту дорогу всегда очень любили туристы. И с нетерпением ждут, когда ее откроют. Вы видите, мальчишки даже в таком городе, который находится в скалах, нашли место, где поиграть в футбол. Здесь во все времена жили рыбаки. Также выращивают на окраине города вино и делают местный ликер. Кстати, про дорогу любви, про эту пешеходную тропу есть история, легенда, очень похожа на историю Ромео и Джульетты. Также какие-то в древние времена жители деревень Манарола и Рио-Маджоре враждовали между собой, а девушка и юноша из разных деревень встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Влюбленные вынуждены были тайно встречаться на этой узкой горной тропе. Однажды ночью случилось несчастье, они оба оступились и сорвались со скалы. Когда утром жители Манарола и Рио-Маджоре нашли тела влюбленных, устудились своей вражды, с тех пор примирились, а тропу назвали «Дорогой любви». Такая красивая легенда. Такой же красивый город Рио-Маджоре. Очень яркий, разноцветный. Мы к вечеру уже сильно устали и вдруг вспомнили, что мы за целый день ничего и не ели. Нашел я небольшой магазинчик, лавочку такую. Купил клубнику, местное вино, оливки с кусочком сыра, и мы прекрасно поужинали. Правда, не нашлось стаканчиков, но разве русского человека это остановит? Честно говоря, не знаю, как на нас смотрели иностранцы, но нам было, в общем-то, все равно. Когда поднимался на катер, сильно пошатывало. Надеюсь, что это было волнение моря. Хотя целый день на жаре голодный желудок и вино тоже могли сыграть определенную веселую роль. Но камеру я старался держать крепко, вы сами это видите. По крайней мере, снимал, как всегда, стабильно. Мы прощаемся с Рио-Маджоре на последнем катере. Едем в наш город, Порто Венера, где у нас отель. Вот показалась крепость, храм Святого Петра. Уже вечерело. Когда мы приехали в Порто-Венера, уже был вечер, мы посидели в кафе, выпили еще вина за наше замечательное путешествие, за потрясающий национальный парк Чинквитери и шестой город Чинквитери. Это наш город Порто-Венера. Ну, так его неофициально называют, шестым городом Чинквитери. Очень рекомендую эту поездку. А завтра мы отправляемся в дальнейшее путешествие. Завтра у нас с утра Портофино. Знаменитый город, чем-то очень похожий на Чинквитери, на городке Чинквитери. Ну, вы все это увидите. Не уходите далеко, наше путешествие продолжается.